Сегодня мы вместе с вами будем смотреть за Муэртой, на которой будет играть Ятора. В последнее время он стал ее часто пикать, конечно же, на первую позицию и показывать очень неплохие результаты. И сегодня как раз-таки будет жесткая катка, в которой Ятора будет показывать очень красивый уровень игры. У нас начинается игра еще до выхода крипов. Сразу Муэрту хукают. И сейчас... По-любому должен быть какой-то фраг, потому что слишком много потенциальных героев здесь подставляется. Лучше бегает по Т2, а Ятора пытается сейчас убежать. У него есть телепорт, на котором он, собственно, и сможет сейчас улететь на вышку. Но есть хук, вернее, есть пуш, у которого есть хук. И он наверняка уже откатился, дает дедшот, чтобы... На него не разбегался Primal Beast, и чтобы никому не достаться, так как он понимал, что улететь не получится, он просто забегает под Т3 и погибает от вышки. Вот такое вот необычное начало. Довольно давно не было, чтобы у нас был такой экшен, соответственно, в играх. Начальный закуп у нас — это две пачки танга, цирклетка, два манго, топорик и два Iron Branch. Под прошлым роликом вы писали очень много комментариев про Storm Spirit, чтобы я его записал. Он будет в следующем ролике. Ну а нашел я очень классную катку на Муэрте и решил, что по-любому ее нельзя пропускать. Также я просил вас написать в прошлом ролике, как вы относитесь к камере. Потому что я ее решил добавить, соответственно, в наши видосы с геймплеем. И я не увидел ни одного плохого комментария. Вы писали только хорошие. Мне очень приятно. И, соответственно, конечно же, вебку, значит, будем оставлять. Я думаю, что с ней реально смотреть интереснее. И всем огромное спасибо, кто ставит лайки и кто пишет приятные комментарии. Читать их одно удовольствие. И вы, соответственно, повышаете у меня желание делать новые ролики как можно чаще. Второй уровень у нас был на первом прокачан дедшот, соответственно, чтобы себя подсейвить, и берет на втором левеле The Calling. Клок ставит Коги. У нас, кстати, здесь сразу виднеется комбинация Муэрта плюс Клокверк, потому что есть Коги, в них ставится The Calling под них, и герой получает бесконечные Сайленс. Соответственно, пока он из этих Когов не выберется. Стоять они будут против Primal Beast и Пуджан. Довольно нелегкая линия здесь намечается. В миду у нас противостояние Дестра против Снайпера. И в харде Брюмастер вместе с Вингой стоят против Грандмастера, Фантомки и Аппарата. У нас здесь средний рейтинг превышает 10 тысяч ММР. Во-первых, сам Ятора имеет 7 ранг. Плюс игрок, это, кстати, вроде как не проигрок, а стример Горгц. И также Ванскор. Я думаю, что кто-то из вас мог явно о них слышать. На третьем уровне прокачивает дедшот, берет в 2. После того, как мы Эрту поменяли, у нее дела идут очень хорошо. Винрейт существенно вырос. Сейчас винрейт Муэрты составляет 51%. Когда только ее выпустили, у нее винрейт был, ну, около 42%. Соответственно, винрейт очень-очень подрос. Герой популярный, но еще, конечно, ее популярность сейчас обуславливается тем, что это все еще новый герой, и многие на ней играют просто из-за любопытства, но это со временем, конечно же, пройдет, и популярность чуть снизится. Так, Ятора собирает себе в райсбенд. Он, кстати, изменен, бонус к скорости атаки немного уменьшен, был 6.12, стал 5.10. И что самое интересное, Муэрта — это герой, которого берут на все позиции. Вот вам немного статистики. В мид Муэрта идет в 30% случаев, на первую позицию в 30% случаев, также в харду идет в 10% случаев, и на четвертую позицию 20%, на пятую позицию 10%. Соответственно, ее можно увидеть абсолютно везде. Тоже потому, что герой такой универсальный. Вроде как есть дедшот, которые... дедшот и The Calling, которые очень хорошо сочетаются, когда вы играете на роли поддержки. Но также есть очень сильная пассивка и очень сильный ультимейт, который как бы намекает, что это все-таки кор, который может внести большой ДПС. Поэтому и непонятно, куда же лучше Муэрту все-таки брать. Со временем тоже мета устаканится и определится, все-таки это будет Муэрта, например, кор или Муэрта саппорт. Кор — это может быть как и мидер, как и кэрри, так и оффлейнер.
Так, у нас здесь очередной фраг. Убивают Primal Beast. И Мерт получает первый себе ассист. Четвертый уровень. Прокачала The Calling в 2. И дальше делает себе... Что у нас здесь? Очень много артефактов. Видим Falcon Blade. Мы в Quick Buy. Primal возродился и прилетает снова на линию. По крипам 24 на 7. В это время фантомка 20 на 4. Значит, что чуть-чуть получше здесь у нас ситуация. Ну и плюс не забываем, что это все-таки я Тора. Фармит крипов, он очень хорошо. Да и на Моэрте делать это довольно приятно. Тычка, скажем так, удачная. Видим сейчас, как работает эта комбинация. Правда, не очень удачно, потому что в ней же и погибает Клокверк. Но зато забрали Пуджа. Пятерку на четверку разменяли. Вроде как в плюс. Ну и фраг для первой позиции, это тоже хорошо. Ну а так, в идеале, конечно, учитывая, что были коги по двоим, нужно было делать даблкил и так, чтобы еще Клокверк выжил. Было бы вообще замечательно. Но не хватило банально урона в весь этот прокаст. Хорошо, с задержкой, но Праймала все-таки добили. Клокверк прилетел сразу же. После телепорта Коги прожал, Праймал подставился, он слишком далеко зашел, и его добили. Это второй фраг у нас для Этора. Также привозит он фласку, которую Мерта уже завязала, Кларити и Тангу. Соответственно, сейчас все ресурсы необходимые Мерта себе восстановит. У нас счет 7-4, Рейдиан 1000 золота ведут. И пока что все выглядит очень даже неплохо. В частности, у нас на линии, где успехи удачные. 2-1-1. Первую смерть можно даже особо в счет не брать, потому что она была под вышкой на первой минуте. Это вроде как даже за First Blood. Я не помню, засчиталось или нет. Но если вышка забирает, наверное, все-таки не ФБ. Но я не знаю, я не помню этот момент, может быть... И считалось как First Blood, но вряд ли. Собирает ПТшку, переключает на интеллект. Ну и пока просто стоит, фармит. О, подрезали здесь курьера с когтями от Falcon Blade. Поэтому еще полторы минуты Ятора этих когтей не увидит. Придется немного подождать. Ну а так, ему сейчас не мешают, он просто стоит, бьет крипов. Тем более под вышкой. Выходить ему далеко не нужно. Идеальное сейчас стояние, соответственно, на линии. Сделали отвод. Выходит. Еще параллельно и кентавров маленьких подформил. Вообще замечательно. 42 на 15. Чуть позже посмотрим ценность. Когда не успевает дать тычку, кинул дедшот. Он даже не планировал вроде как праймала попадать. Просто добить крипов. Способность имеет маленький кулдаун. Ну, 120 маны, как бы это не очень-то и, не очень-то и мало. Но в любом случае монопол у Мерты большой. Можно иногда его и давать просто так, когда нужно дальника, например, добить, либо знаменосца. Выбегает Primal. Я тоже сразу ставит The Calling. Кидает дедшот, но мимо. И также входит в ультимейт. И последний удар добивает. Остается на 80 хп. Фантомка сразу прилетает вниз. И сейчас хочет забрать себе халявный фраг. Также у нас Клок сделал сейф ТП. У нас здесь и пауза, и тэп-аут. Я тоже спрятался в лесу. Улетел. Фантомка искала, но ничего не нашла. Прибежал Клокверк, закрыл ее в когах. Но она тоже за счет прыжка себя подсейвила. Конечно, забрать ее не получится. Самое главное, что у нас есть... не то, что у нас есть, а то, что я тоже здесь выжил. Так, у нас дисконнект от Винги. Давайте мы его пропустим. Все, быстренько она вернулась. Мы продолжаем. Так как телепорт Мерта потратила... Приходится бежать обратно пешком. Восьмой уровень. Максит Ганслингер в 3. The Calling и Deadshot. Как прокачал в 2 на первых 4 уровнях, так, собственно, все это и остается. Дальше качалась пассивка и ультимейт. Теперь давайте на ценность мы с вами посмотрим. Хотя, подождите. Так, есть The Calling, Silence. Все, Primal здесь занервничал, начал бегать туда-сюда, не понимает, как вообще после, против этой новой способности себя, как вообще реагировать, и за счет этого его и забрали. Тут в целом
Все очень хорошо. Если что, они играют не в пати с ванскором. Это обычный паблик. Вот, но просто удачно пикнули в начале. И в целом мне комбинация пока что нравится. Посмотрим, как она будет себя показывать в средней стадии игры, а потом уже и в поздней. Есть Falcon Blade, есть ПТ. Так, ставят The Calling, сзади Клок, Коги. Ну, Фантомка это не лучший герой, на которого ставить Коги, потому что она блинкается. Но ей здесь это не помогло, ее успели добить до того, как она куда-то далеко убежала. Смотрите, какой же урон по Пуджу. Добивают его крипы, но фраг все равно достается Мерти, это дабл килл. Следующий праймал, кажется, это трипл, если здесь не подсевит. Да, отлично, тройной фраг на 10-й минуте делает Муэрта. Ценность 5300 золотом, дальше идет ОД 4800, Винга 4200, Снайпер 3900. В общем, 10-я минута, а преимущество уже составляет 4000, что очень много и очень, конечно же, круто для столь ранней стадии. Покупает себе Morbid Mask, чтобы был у него аджор. Бегает с Лэнсом нейтральным. И, соответственно, будет делать мом у нас после Falcon Blade. Дальше мы видим Maelstrom, который будет чуть позже. И также Dragon Lance. Dragon Lance, ну, соответственно, пика на очереди. Посмотрим, может быть, еще что-то поменяет. Все-таки сборка здесь такая вариативная. 10-й левел, берет левый талант, который дает 8 к силе. И, соответственно, становится существенно плотнее. Подставляется под хук, сразу использовал The Calling Ultimate. И нарезает, просто нарезает под момом. Пуш минус. Праймал влетел. Дедшот. Так, добьет ли? Праймал может убежать. Но решил он здесь топтаться. Прилетает ОД с мида. И просто метеорхаммером накрывает через астрал. Тоже шансов у него здесь не было особо на выживание. Замечательно. Дополнительный ассист. И уже практически у нас годлайк на 12-й минуте. Счет 8-1. Особо с линии никуда он не спешит. Стоит, фармит лес, фармит лайн. И иногда фраги сами приходят на линию, подставляются. Прилетает ему Джавелин. Ну а дальше Maelstrom. Будет молния. Молния за счет пассивки работает очень хорошо. Потому что шанс второй атаки у нас 50% уже. И молнии существенно больше. Видимо, что просто так мом использует. Хотя здесь праймал, но не боится его. У него слишком маленький уровень. Есть ультимейт. Астрал, Метеор Хаммер, сразу под стан. Есть, еще и ультанул. Входит в ультимейт, прожимает мом. Начинает нарезать, правда. Под Мэрту кинули сейчас еще вражеские ульт аппарата. Поэтому она здесь загорает. И видим, что излишне. Излишне смело вел себя Ятора. Стоило ожидать, что будут сейф ТП у врагов. Ну и видим, что сбили стрик. С вами Godlike, мы так и не увидели. Сколько за него дали? Снайпер получил 703 золота и еще 260 разделили. Давайте посмотрим таблицу. 1 в 3 все равно в плюсе остались. Я думал, что останутся в минусе. Дайр 600 и Рейдиан 1000. Отлично. Делает ТП наверх, идет в двойку. И под момом быстро все зафармит. И получит Maelstrom, который ему уже так необходим. Чтобы вносить еще больше ДПСа. Делает отвод на 56 секунде. Появляется новая пачка древних. Фармит сразу две пачки. Под крипов использовал коллинг. Сразу всех задевают. И хоть там урон небольшой, но за счет того, что эта способность несколько раз на крипов действует, то все равно неплохо.
Все, купил мне Трейлхаммер, он уже летит. Там Праймал в когах застрял, и может быть его даже заберут. Вдвоем хотели сдинаить руну, но я тоже задинаил первый. Так, здесь Пуч неожиданно начинает пожирать Муэрту. Засейвил ОД я Тора, иначе бы в него влетел ульт аппарата, а так он его не достал. Страх накидывает на фантомку, его хукает Пуч, вошел в ультимейт. Пуч ему ничего не смог сделать и всех врагов здесь нарезал. А его в ответ нарезала Муэрта. Ой, прошу прощения, фантомка, которая прыгнула прям под всех в пачку, в три врага, забрала Муэрту и сама отъехала. Но видим, что она получила много денег, соответственно, для нее это тоже выгодно. Даже несмотря на то, что она погибла. Но если брать в общей сложности, то вот так выглядят итоги драки. 2 в 4, Рейдиант 1300, Дайр, ну 1000, если округлить. Все равно в минусе остаются. График у нас идеально ползет вверх. Даже не собирается он как будто бы после драк падать. Соответственно, каждая драка для Radiant очень успешна. Ятора показывает на Рошана. Видимо, сейчас пойдут его забирать. Но враги-то все живы. Вот если заберут Primal Beast, то можно в целом и Рош оформить, да, взял и за коллингом добил. Шестнадцатая минута, 27-1 со счет. Посмотрите, какой отрыв, бешеный. Но я сразу предупреждал, что Ятор будет тащить. Не просто так он эту Муэрту спамит в последнее время. Может быть, войдет в мету именно на первую позицию, потому что Valve очень давно не выпускали кэрри-героев. Постоянно это были саппорты, соответственно, Марси тоже, хоть ее берут тоже иногда на первую позицию, но чаще все-таки на четверку. И не хотелось бы, чтобы Мерта прижилась тоже как саппорт. Хочется нового кэрри, который будет играбелен, который будет пикаться. Так, пожирают Вингу, убивают снайпера, бешеный урон. Целые куски отрывает. Дедшот. И хорошо, Винга добила. Один в три. Это Рошан. Его же пойдут добивать. У него тут как раз хп немного осталось. Ну, как немного, больше половины. Но это быстро исправимо. Выкладывает в Резбенд. Убирает себе Егис. Там ульт аппарата, но поздно. Уже все разбежались. Не успел. Нужно было на 3 секунды раньше. Тогда, возможно, даже бы Рошана добил. А если бы добил Рошана, получили бы золото. Ну тогда Аегис бы украли. Я имею в виду, все равно бы подобрали Рейден, потому что в Рошпите никого не было, но считалось бы уже за воровство. Появился Dragon Lens у нас, дальность атаки. Становится 575 плюс 150. И видим, что она очень внушительная. Практически снайпер. А если найти нейтралку Growbow, тогда Верта становится очень дальнобойной. Сразу по двум. Видим, сейчас подрезала курьера. Не специально. Забрали Пуджа. Сверху убивают Вингу. Она там была одна. Нельзя было одной так далеко выходить, но зато на себя внимание стянула. Дала спейс остальной команде. Муэрта подбирает волшебство. У нее все не в кулдауне. Плюс Аегис еще никуда не делся. Готова драться. Дедшот давала в туман войны, поэтому мимо. Шон, забрали. Фантомку подрезает. Ой, подвышку хукнули. Здесь, конечно, фит. Талант на 15-м берет левый. 35 к урону. Нужно как-то подсейвить. Но есть ОД. За коллингом. А, нет, не за коллингом. Праймал добил. Не праймал, а брю.
Я думаю, что сейчас просто будут пушить. Мэрта, чтобы восстановиться под момом, быстренько фармит крипов. Выбивает Бригенс Блейд. Хорошая нейтралка. Урона и так много, а будет еще больше. Ну и быстро ломают Т2. У него тут уже хп не так много. Тем более метеорхаммеры. Все, лес сейчас захвачен будет силами света. Можно будет смещаться спокойно в мид. 13-3-11 счет. Я бы хотел посмотреть на золото в минуту. 628. Показатель не запредельный, но неплохой. Также посмотрим на опыт в минуту. 726, это уже прям хорошо. Так, и на уровень героев. Видим, 16 левел у нас. Муэрта и фантомка, например, 15. Ну, сильно они не отстают друг от друга. Появляется пика. Дальше мы видим БКБ в квикбае и МКБ. А потом гиперстоун. Что будет делать из гиперстоуна? Давайте посмотрим, что вообще возможно. А, ну это очевидно Мьёльнир, конечно же. Я думал, уже Кираса. Либо Муншард, но учитывая, что есть Молдшторм, который нужно апнуть, это Мьёльнир. Так, дает стан, хорошо, и добивает здесь ОД. Минус Т2, все это под ДДшкой. Снизу еще подходят крипы, можно забрать и сразу третью вышку подряд. Да, они этим сейчас и займутся. Моментально падает вышка. Может быть, пойдут дальше. Хотя, подождите, здесь глиф. Забирают глиф. Рошан еще через 4 минуты только может появиться. Но как-то не спешат на хайграунд. На самом деле, 21 минута. Преимущество, конечно, очень сильное. Посмотрите. 37% и по опыту 30%. Я давно не видел такого отрыва у нас в роликах. Тут джаз вапнули. Забрали. Праймал. Так, потеряли ОД. За него 1000 золота дайр получили. Стреляли по праймалу. Отъезжают. Рейден теряют клокверка. Снайпер добивает Венгу, и в итоге это трипл килл. Впервые драка для дайр стала куда прибыльнее, чем для рейдинг. Посмотрите, 45 золота против 2100. А вот и график сейчас наконец-то начнет падать. Я просто думал, что в этой игре такого вообще не случится. Входит в ультимейт, пикой себя толкает до билд аппарата. Венга дала вижен, пуш появляется из инвиза. Сразу ловит стан, дедшот. Минус 2. Фантомка. Тоже подставилась, но забрала она. Кого она забрала? Нет, она никого не забрала. Снайпер забрал Муэрту. Винга добивает фантомку. И по итогу очередной размен в плюс для дайр. Хоть и не намного, всего на сотню. А по опыту Radiant на 1000 золота впереди в этой драке. Хорошо. Шансы чуть-чуть прибавились, буквально на пару процентов у сил тьмы. Праймал улетает. 30 секунд сейчас придется ждать Мерти. Давайте посмотрим на артефакты, которые есть у фантомки. Это БФ ПТшка, делает себе БКБшку. У нас клок влетел на базу вражескую. Прячут его в астрале. Праймал хотел попасть в клока, но зато перескакивает и подставляется, погибает. Клокверка все равно добили. Так, прыгает в вингу, минус. А в это время Мерта наконец-то возродилась. У нее есть Метрилхаммер, купила рецепт на БКБ. Остается Огаракс. И чтобы не продолжать эту тенденцию фида от Radiant, видим, еще 2000 дайр получили 1 в 3. Мерта пока фармит, потому что в
Всего 25-я минута, еще очень ранняя стадия в целом. И все, что они заработали, они могут спокойно сейчас отдать. Если так и продолжить фидить. Свои стрики уже посливали. Дайр получили немного преимущества. Так, в смоках зашли. Смотрите, здесь ДД. Но я думаю, что все убегут. Попало. Дэдшотом. Аппарат есть. Свапают. Ну, там урона совсем немного нужно. В общем, не получилось ДДшке пострелять. Мерти. Стан в Праймала. У него тоже не хватает урона, но зато снайпер. Минус. За снайпера 900 голды получили. Я думаю, что сейчас даже на хайграунд зайдут. Или нет? Все-таки основной деф потенциал у Дайра за счет снайпера был. И сейчас он в таверне. Дефать не получится. Да, ломают вышку. Метеор Хаммер есть. И сейчас Муэрта сразу два барака одновременно. Так, дает вижен такой интересный. Таким интересным выстрелом по дереву. Заметили они Праймала. В сторону забрали, можно отходить. Я думаю, что сейчас Дайр здесь сделает пару фрагов. Да, взяли Брю, забрали. Но остальные вот навозные жук ОУД уползает. А Муэрта фармит. 17500 нетворс. Очень сильный отрыв от фантомки. Видим, насколько же она богаче. Делает МКБ. МКБ уже есть. 20 уровень. Левый талант. 20% к шансу срабатывания пассивки. Соответственно, на второй удар шанс 70%. Что... ну, очень много. Не 100, но все равно. Практически каждый удар будет двойной. А, здесь пуш нагло. Одного курьера забрал, еще и второго практически. Второй курьер у нас здесь винги был. Выбивает Стансливер. Меняет, конечно же, его. Покупает себе демонейдж вместо джавелина. Так, а в курьере у нас артефактов не было. Он там стоял, чтобы демонейдж купить как раз таки. Видим, что дальность такая хорошая, что даже можно с леса атаковать. Это потому что есть пика. Без пики, конечно, бы рейнджа не хватило. Постепенно пушат все лайны. С мидом особо нет смысла пушить. Он и так сломан. Ну что, драка будет, скорее всего. Так, Праймал на хайграунде стоит. До него вылетел Клокверк, дал вижен, забрали. Снайпер стреляет и забирает вингу. Ловит стан, минус. Пуч, тоже минус. Двойное убийство. Праймал выкупился. ОД дал ульт, но не хватило урона все равно. Да не факт, что у МРТ хватит, хотя есть пика и мом, БКБ, нет. Должна пробивать, очень с трудом. Фух. Еще один удар от фантомки и гениально. Ну, просто, так сказать, Роскомнадзорнулся. Стрельнул в Bloodmail. Сколько за него? 730 плюс 660, окей. 2650 дайр получили, даже с учетом байбека и минус 5. А Radiant 1600 сделали минус 4. Вот так вот необычная игра развивается. Вроде как казалось, что должны они по-быстрому закончить. Как дайр пытаются, сопротивляются. И вдруг у них даже камбэк может случиться. Все возможно. МКБ уже появилась у Муэрты. Но 50 секунд все равно в таверне придется ожидать. Но пока...
Пока Radiant могут просто в целом попушить линии. Может быть, даже забрать кого-то, например, Primal Beast. Стан. Ну да, заточковали втроем. Рошан есть, но Рошана пока не надо забирать, потому что я Тора в таверне. Некому Аегис брать. Так, что у нас на очереди? Мьёльнир, а потом Сатаник. Сатаник вместо Мома, и это, соответственно, будет итоговая сборка. ПТ-шку можно будет заменить. Докупить еще Муншард. Съесть его. Аганим, Шард, соответственно, нам не нужны, потому что у МРТ их просто нету. Я Тор наконец-то возродился. Так, забирает аппарата, ловит тычку от снайпера. Ну, Винга на всякий случай его свапнула на подсейв. И идут на Рошана. Брю нет 50 секунд, но они и без него справляются, без проблем. Так, Муэрта ультует. И что это вообще за урон нереальный сейчас? Мы с вами увидели за секунду. Ладно, не за секунду, давайте так. 4 секунды, и это минус второй Рошан. Муэрта подбирает Аегис. Вместо Мома. Хотя, на самом деле, наверное, вместо БКБшки было бы поинтереснее. Ну ладно. Я тоже решил, что Мом не так необходим. Просто вы после смерти, соответственно, Аегиса перекладываете БКБшку и потом уже его используете. Ну, его, короче, да, артефакт этот. Купил рецепт, и остается 1000 голды на гиперстоун. Курьер уже ждет, чтобы... Нет, это не курьер Ятора, это курьер Венги. Что-то я потерял курьера Ятора, ну ладно. Неприятные тычки от снайпера, которые станет. Праймал. Изи. Три удара, готов. И вот сейчас минус, что он бегает без маски, и, соответственно, он не может отхилиться. И на лоу хп сейчас... Не может восстановить все хп. Больше вероятность того, что Аегис он сольет от случайного, например, ультимейта снайпера. У Radiant нету двоих. У Dire тоже нету двоих. А, вот хороший вариант. Регенка. Он, собственно, за ней бежит. Да, все, свапнулся, видите, как я и сказал. Взял Мом себе, а БКБ уже после потери Аегиса. Ну, это логично, так всегда, собственно, и делается. Винга забрала аппарата, но он решил сразу выкупиться. Видимо, сейчас рассчитывает, может быть... Не знаю, на что он рассчитывал, добить ультой. Но видим, что не получилось. Мьёльнир появляется. Обратно возвращает... Мом в ранец и БКБ. Тут же он теряет его, даже не прожав БКБ. Ну, то есть, да, возрождается, прожимает БКБ после потери Аегиса. Надо добить Праймала, добивает. Сразу его в приоритет взял. Фантомка улетела. Нет, это снайпер был. Не фантомка, на телепорте. Переходит наверх. Аккуратно ломает вышку. Забрали аппарата. Ну и бараки потихоньку разваливается. Снайпер застанил пуч, хотел хукнуть, но промазал. Все равно даже по застаненному герою. С одного удара вынес фантомку. Это минус 5. Я думаю, что даже мега крипов нет смысла делать. Просто идти и ломать Т4. Притом он может подойти ближе, чтобы две вышки сразу пушить. Ну и трон у нас падает. На 25 уровне левый талант. 25% к сопротивлению магии. И очень легко запомнить таланты просто все левые на каждом левеле. Ну что ж, это Ятора, итоговый счет 27-5-16.
Это за последнее время рекорд по фрагам. Я надеюсь, что эта игра вам была интересна. Всем спасибо. Не забывайте подписываться, чтобы новые ролики не пропускать. Всем пока.